На грани исчезновения здание старого театра юного зрителя потеряло свой исторический облик. Так говорят городские архитекторы и считают, что виной всему реконструкция. Она ведется с нарушением норм проектной документации. Контроль за выполнением работ лежит на Министерстве культуры. Возглавляет ведомство Светлана Краснощекова. Наша телекомпания выехала на место строительства, при этом попросив официального комментария от министра. Однако говорить на данную тему она отказалась. О нарушениях наглядно свидетельствует новая крыша, которая на днях появилась на здании театра. Городские архитекторы в один голос твердят, профильное железо используют при строительстве, к примеру, ангаров или складов, но никак не при реконструкции памятника архитектуры. Также в результате восстановительных работ значительно изменена конфигурация кровли здания с увеличением чердака. Пространства. Безвозвратно утеряны уникальные карнизы, которые являлись частью фасада театра. Все эти факты можно считать прямым нарушением федерального закона об объектах культурного наследия. Напомним, губернатор Валерий Радаев установил срок сдачи объекта уже в этом году. Однако специалисты опасаются, что гонка при реконструкции приведет к повторению истории со строительством новой набережной, на которой уже через несколько месяцев после открытия стали появляться огромные провалы. Мы будем следить за развитием событий.